представляет арбитром сегодняшнего матча судьи молодежной хоккейной лиги. Главный судья Михаил Москалев, линейные судьи Артур Брасухин и Василий Сидонов.
Команда «Сахалинский Акул» играет в полном составе.
24-й, команда «Амурские тигры».
качеством. Мой новый седан Datsun Ondo. Начало. Thank you.
сказано Владислав Карпус, номер 92-й, командир Амурский Тигр.
фильм номер 27. Акула вперед! Во время штурмового игрока взяли под контролем секундомер. Thank you.
подножку малым штрафом наказан Василий Бубников, номер 19, команда Сахалинский «Акул». Thank you.
удар коленом малым штрафом наказан Виктор Терещенко, номер 84-й, команда «Русский».
Следующий Виталий Тимошенко, номер 22. Шайбу забросил Сергей Горбунов, номер 18. Андрей Кондрашов, номер 28, команда «Сахалинские акулы».